Вот, наши рыбаки вернулись с рыбалки. Вон они, сомики маленькие. Наловили сомиков каких-то вон странных, пятнистых. Вот такие обычные сомики. И вот они, вот он обычный сом. Вот такие вот тут. Вот они, три штучки обычных. Ну вот эти, блин, они шустрые такие вообще. Вот эти какие-то, они непонятные. Что это за рыбы такие? Вон, смотри, какие, его не поймают. Ну это эти. Как ее? Форель? Нет, это. Шамайка. Шамайка? Ну да. Блин, ты смотри, не поймаешь. Вот, вот эти вот, видишь, они аж выпрыгивают. Да у меня кастер не пью. Вот он опять. Это вот он. Видишь, такой же, усатый. Еще крякает. Я маленький девчонок. О, прыгу! А это головочки. Помнишь, да, головочка? Нет. Покажите. Прыгает как, ты посмотри. Вот он, головочка. А, мы тоже вроде ловили, да, когда-то? Вот он, красивый. Да. Еще там один, он... по-моему. Вот, а это вот он, шамайка. Ага, в общем, хороший улов. Красавцы наши. Это сейчас мы их в пруд выпустим. Да. Сомики пускай растут. Поймали, чтобы выпустить в пруд. А вот это я не знаю, кто это такие вообще. Что это за рыбы? Что такие? За зверь такой поймался? О, так их тоже три штуки. Попался зверь какой-то. Нет, вот. О, пятнистые какие-то, смотри. Ага, ой, какой красивый. Как в аквариуме. Да. Видишь, внизу два уса. А, внизу четыре. Один. Вот он с этой, а и с этой стороны. С той стороны нет. А, вон, нет? И два вот этих больших уса. В общем, интересная рыбка какая-то у нас сегодня. Тут попала. Все интересные. Ага. Выпускаем пойманную рыбку. Самой сюда, а этих куда? Два головня.